Всем привет, с вами снова Влад. Мой канал набрал 500 подписчиков, то есть мы с вами набрали 500 подписчиков, стали на ступень выше. И будем дальше стремиться подниматься на вышку Ютуба, если так получится. Посмотрим, за сколько мы сможем набрать 1000 подписчиков. Так что перед просмотром, перед началом данного видео, я хочу поблагодарить еще раз, в который раз, всех зрителей, всех своих подписчиков, кто меня смотрит, кто меня поддерживает. Всем вам огромное спасибо. С вами я только могу подняться выше и продвинуться, так сказать. Это видео я постараюсь сделать более особенным, потому что начались уже тренировочки наши с понедельника. Сегодня что у нас? Сегодня у нас четверг. Так что уже четвертый день моих тренировок. Я их не снимаю, потому что мне немного влом, но сегодня обязательно поснимаю что-то для вас. Так что сейчас буду собираться на тренировку. Захвачу с собой камеру, заряжусь как раз. Оденусь и что-то уже там поснимаю. Так что всем приятного просмотра. Побегали кросс, сейчас нас тренер ломать будет. Она еще Стас свой помяла? Да. Сейчас моя будет очередь. А что мы разговариваем? Тренер что-то. Даже не знаю, что поснимать. Кстати, погода еще классная, вообще повезло с погодой. Побегать так чуть-чуть. Есть реклама, знаешь, всемайки.ком, а можно сделать рекламу всеувалерки.ком. Тоже нормально. У Валерки, о, что-то. Что-то, о, что-то. А у меня пока реально как будто хач какой-то, мне когда говорят, реально, я усыкаюсь там. Если тебе не придется, то... Все, будем мяч еще кидать. Сегодня мы сегодня 6 км пробежали. Да больше. Пошли бы лучше на улице. Что ты крутишь? Вертухи. Вертуха. Пальцы. Я снимаюсь уже. Такая камасутра. Чудеса. Раз, когда я говорю что-то снять на тренировке, никогда не верьте этим словам. Мне никогда не удается снять что-то на тренировке. Не знаю почему, ну потому что... Ну знаю точнее почему. Потому что я пришел тут делом заниматься, а не снимать вам видео. Сейчас ползу домой. Решился пройти пешечком. Через него нет. Очень зеленое место, красивое. Еще вот так. Втягиваемся в тренировочный процесс, пока месть. Вроде все легко дается, пока месть. На следующей неделе будут уже жесткие тренировки. Самое классное прогуляться после тренировки. Сейчас вам один дом покажу, очень классно. Смотрите, как заросло круто. Нифига себе. Где еще такое можно видеть? Охеренно. Что сегодня? Тренировочка такая тяжеленькая выдалась. Бегали в горку, кросс. Немного попрыгали, сейчас пришел пресс показать. Пацаны не захотели, пришлось самому прийти. Еще что-то жарко сегодня вообще. Нереально просто. Том. Твой Том хоть. Хочешь мы с ним? Ох, как обычно, задержится. У меня сейчас племянница вот такой бардак, как обычно, зачудила. Тренировки сейчас такие напряжные уже начинаются. Не особо после тренировок сплю. Не снимаю видео. Потом что стою. Да. Ну не смотри на меня. Я снимаю видео. Видео снимаю. Я с тобой хочу. Ну давай, будем снимать вместе. Сейчас буду скоро на тренировку собираться. С кем? С кем? Что, ты хочешь сказать что-то или нет? Да, да. Что это у тебя такое? Где? Зеркальце? Да. Покажи. Нет. Чего? Ну я не хочу. Ничего. Ну вака! Ну шо? Шо вака сразу? Сегодня тренер будет, наверное, занята. Мы будем сами тренироваться. Это я буду тренироваться. Будешь со мной бегать тоже? Да. Когда? Когда-когда? Сейчас. Сейчас? Когда вырасти, будешь со мной бегать? Да сейчас я могу побегать. Сейчас мы с тобой потом пойдем гулять. Все, не балуйся. С кем ты там разговаривал? С камерой. Для своих зрителей снимаю видео.
Припахали участвовать в классе, всем забеги. Да. Шок, спринтер бежит 2500 км. Я буду бежать просто так, не особо не напрягаясь. Посмотрим, какое будет время. Какой ли я буду вообще, людей до хера. Сейчас вот посмотрите. Со мной Серега. Ну как, там нормально сидится? Сам собой красавчик. Мой видеооператор. Короче, жестко. Короче, я буду весело, реально, волейбол. Сейчас буду разминаться. Рама, это получается коммерсант Валера, да? Коммерсант. Эта грамота может быть продана. Я первый раз в жизни бегу на время кросс. Весело, короче. Если бы нас прям нормально снимали, как будет тупенько. Нет, дрончики будут летать, наверное. Дрончики. Ну, дрон то одно, а Павлов стоит другое. Такое. Что, панель туда, короче. Сели! Ой, боже. Нормально, нет. Подловили, я ничего не могу сделать. А наш коммерс не разминается. Casual. Господин коммерсант, пару комментариев для местной газеты. Что скажешь? Не понравилось? По половина свернула, они добежали до фишки. О, славянская нация погнала. 2488. Коммерсант, эти грамоты забери. Мне так интересно бежать, прикольно. Как пропаганда, то короче. Может, порыгаешь? Все сильно. Да, может, порыгаешь? Сегодня. Ты можешь сказать по поводу своего внешнего вида? Сейчас, подожди. Надо так показать. Ты снимаешь, да? Да, я нажал. Вот в таком виде идут. Куча людей. Как дебил. Вот еще один дебил. Что ты хочешь сказать по поводу меня? Ты как огромный. Разукрашенный коммер. Куда? Я Валера. Чего ты, а? Чего ты? Короче, это жесть. Сейчас самое интересное заснимем реакцию мамы. Это жесть. Сейчас. Еле доехал, кстати, капец. Так стыдно было ехать. Что? Что это было? Ёкарный. Что это было? Что это краска? А зачем? Ну там красочный был. Меня подружки окатили. А что? Это ты вот так ехал маршрутку? Они что, на тебя смотрели все? Ну да. И что они говорили? Ничего. Ну как ты ехал маршрут? Вот так и ехал, мам. И что, люди смотрели на тебя? Да там все такие. Ёб твою мать. А чё пи***, сразу нормально выгляжу? Не знаю.